Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур, и в данном видео хочу вас познакомить с сервисом под названием Курс Эксперт. Это у нас мониторинг обменников в интернете, и это не просто мониторинг, а со своими плюшками, бонусами, о которых в этом видео я вам расскажу. Значит, первое, что мы получаем, это $1 за регистрацию на данном сайте. Очень просто, по ссылочке в описании перешли, зарегистрировались, $1, который в дальнейшем вы сможете вывести, вы получаете. Дальше вы можете здесь, значит, за отзывы получать денежку, что самое главное, за кэшбэк, за обычные обмены вы еще сможете подзаработать денежку. И также здесь имеется кран, с помощью которого можно получать дополнительную копеечку ежедневно. Итак, перешли на данный сайт, что нужно первым сделать, это выбрать дизайн. Справа вверху нажимаем на кнопочку, и здесь есть различные варианты. К примеру, выбираем красочный, или же какой вам там будет удобно, для глаза приятно. Значит, вот изменилась картинка. Следующее, что нам нужно сделать, это выбрать направление. Откуда, какие денежки мы хотим обменять. Нажимаем на кнопочку, дальше вот стрелочка, и высвечивается целый список, огромный список вариантов. И криптовалюта, и банки, и смотрите, листаю огромное множество направлений. Значит, что я хочу сделать? Обменять Pair доллары на PrivatBank. А что я обычно делаю? Выбираем Privat гривны. У нас высвечивается вот список различных обменников, с помощью которых я смогу совершить операцию. Дальше, что я прописываю? Сколько я хочу денежек получить? 5000 гривен. Я отдам $201. Хорошо, 5000 получаю. Друзья, также не забываем вот здесь выбирать вот зелененькую и оранжевенькая такая звездочка. Это означает, это самые проверенные будут обменники. Красные и серенькие, которые менее известные, я их пропускаю. Также вверху слева вы сможете выставить фильтра. То есть выбрать, которые там обменники делают быструю обмен, которые в ручном режиме, либо работает только ночью. Короче, здесь есть различные плюшки, вы просто наводите мышкой и смотрите. Дальше. Первый список, вот у нас какой-то Exchanger 1. У него имеется вот такой вот доллар. Мы на него наводим, и что это означает? Данный обменник поддерживает кэшбэк. А что такое кэшбэк? Переходим по ссылочке, и здесь пишется, что администрация данного ресурса, владельцы, делятся частью денег, которые они зарабатывают. Естественно, не секрет, что данный мониторинг какой-то определенный процент имеет с обменов. И вот, собственно, новинка. Раньше я такого не встречал, что можно за обмены еще получать дополнительную денежку. Это у нас как бывает в AliExpress, там делал покупку, и LatiShops там выплачивает кэшбэк. Вот здесь подобная тема. 21 век, все больше и больше от клиентов привлекают различными плюшками. Что нужно сделать? Давайте перейдем, значит, вот здесь мы выбрали обменник, нажимаем на него, переходим, и здесь также нужно продублировать направление, которое вас интересует. Так, у меня это Pair доллар, вы здесь выбираете, что вас интересует, я прописываю сумму, так, учесть комиссию, и по итогу будет $203. Меня это устраивает, нажимаем поменять, и здесь прописываем данные. Итак, после того, как я заполнил данные, вверху проверяем сумму, все так, время обработки до 1 часа. Хорошо, меня это устраивает без проблем. Нажимаем «Подтвердить обмен», и сейчас мы должны совершить оплату. Нажимаем «Подтвердить», в каждой платежной системе это будет там своя кнопочка, свои инструкции, но здесь ничего сложного. Подтверждаем, вводим MasterKey, в моем случае, и оплата совершена. После обмена какая-то ошибка выскочила, но это ничего страшного. Переходим на почту, которую мы ранее указывали. Здесь вот пишется, что ваша транзакция номер такой-то, принята в обработку. Можете посмотреть на сайте. Нажимаем на ссылочку. Да, действительно, все в обработке. Сейчас нужно подождать, получается, пару минут. И дальше мы вот этот вот номер копируем и вставим на кэшбэк. Ну что ж, продолжаем видео. Спустя некоторое время от статус операции видим завершена, значит денежка поступила. Мне пришло оповещение, что 4999 гривен поступили мне на приват. Значит, что у нас вот эта операция 4999,90 копеек. Все четко, без проблем, обменивается достаточно быстро. Теперь, какие у нас дальнейшие действия? Переходим на вот этот обменник, копируем вот этот номер операции. Дальше ищем кнопочку кэшбэк на Курс Экспресс, вот вверху вот это, нажимаем сюда. Далее нам номер заявочки вписываем, можем без пробелов его вписать. И потом ссылочку на сам обменник, где мы проводили операцию.
Делаем вот так вот, нажимаем подать заявочку и смотрим, что у нас происходит. Так, нам пишется, пожалуйста, введите дату заявки, например, 27.08. Хорошо, у нас сегодня 26.07.2019 год. Хорошо. Нажимаем. Так, заявка принята и будет рассмотрена в течение некоторого времени. Как правило, так понимаю, несколько часов это занимает. 25% от прибыли данного обменника. Хорошо, теперь еще что я хотел, на что хотел обратить внимание. Переходим в личный кабинет. Вот здесь вот нажимаем на ваш логин. Что мы видим? Финансы. Давайте обновлю страничку, потому что о, новый дизайн. Общий счет 2.1. Кстати, только что было вроде 1.9. Я сделал, грубо говоря, рекламочку, сделал небольшой пост в своем телеграм-канале. Люди начали переходить, и я смотрю, что с 30 переходов 11 уже одобрено, получил 1.1 доллара. Значит, я так понимаю, переходы оплачиваются, то есть модератором, то есть оно не мгновенно зачисляется, но в течение некоторого времени все зачисляется. Что касательно вот этих переходов, сколько мы можем получать? Как видим, 11 одобрено, получил доллар 10. Значит, за каждый, вот вознаграждение за каждый привлеченного заинтересованного посетителя составляет 10 центов. Очень хорошо, это у нас сколько? Это у нас рублей 6 с копейками даже. То есть, что есть достаточно выгодно. Дальше у нас есть вот на страничку крана, можем вот сюда нажимать, в принципе без разницы куда, я заранее открывал кнопочку. Кран — это то, что сайт раздает просто денежки, от 1 цента до 10 центов периодически. Здесь вот можем нажимать на кнопочку, там заходить некоторое время и нажимать получать бонус, его можно получать раз в день. Видим, от 1 цента до 10 центов вот такой вот небольшой экранчик раздача денег. Что есть приятно. Дальше, друзья, по поводу акции, по поводу отзывов. За отзывы вам здесь могут платить денежки. Значит, как мы видели, я вот сделал операцию обмена. Все четко. Теперь переходим в раздел «Акция». И здесь пишут, что мы платим за отзывы. Сколько платят? По 2 цента. Минимальная сумма на вывод с сайта «Курс Эксперт» составляет 2 доллара. Кстати, обновлю страничку, потому что тут уже данные обновляются. То есть за то, что мы просто обменяли, можем еще 2 цента получить. Почему бы и нет? Это у нас сколько? Это рубль 20. Что нужно сделать? Оставить отзыв на этой страничке. Нажимаем вот здесь. Поиск обменников. Вписываем ссылочку. И должно найти тот обменник, с помощью которого я совершал тот обмен. Так, и есть кнопочка «Добавить отзыв». Хорошо, сейчас напишу. Набросал пару строк, добавил номер заявочки и нажимаем «Добавить отзыв отправлен». Так, еще нам пишут какой-то бонус за анкету. Давайте заполним. Так, служба поддержки, там все четко, без проблем. Так, подтверждаем, благодарим вас. Вот, за это еще получили копеечку. Так, давайте перейдем в личный кабинет. Вижу, баланс изменился. Нажимаем «Финансы». 2.35, кэшбэк 0.24. О, прикольно. Так, отзывы. Хорошо, давайте выведем средства. Нажимаем на монетки. Ссылка на источник вашего трафика. Так, источник у меня — это YouTube, мой канал, ну и в принципе телеграм-канал. Так, достаточно будет YouTube. Ваша заявка принята, ожидайте, пожалуйста, так, ответ. Хорошо. Так, что у нас получается? На почту пришло, благодарим за ссылку, ваш партнерский аккаунт утвержден. Это что означает? Получается, после этого я могу выводить средства или что? Давайте еще раз. О, да, доступно, вывоз и средства 2.35. Подтверждаю, заявка и будет рассмотрена в течение 3 дней. Окей, хорошо, ожидаю, как поступит, продолжу. Итак, друзья, продолжаем. На почту пришло оповещение, что денежки пришли. Так, в личном кабинете видим, что выплачено. Еще, кстати, вот начислили 3 цента, получается, за отзыв и за анкету. Давайте проверять, смотреть. Вот операция, 2 доллара 35 центов. И получается партнерская выплата, заявка номер такая-то. Данный сервис выплачивает, можно обменивать и зарабатывать средства. Так что, друзья, можете брать это видео, рассказывать знакомым, пускай также приглашают. Как видите, 10 центов за человека, то есть 10 человек — это уже 1 доллар.
Я считаю, хороший заработок, почему бы и нет. Если был полезен, ставим палец вверх, подписываемся на канал. На этом все, до скорых встреч, всем пока.